или с тех холодно надо куртку надеть. Мы зашли в кафе, купили какао и кофе, и нас еще угостили пирожным, типа таким. Бесплатными? Да, это бесплатные пирожные дали. Мы за какао, за кофе заплатили, а пирожное нам дали бесплатно. Так хорошее такое кафе. Павлик, не оправдывайся, не оправдывайся. Вот сын мне рвет цветы, а ты? Нет! А, нет. Не надо оправдываться, хорошо? Ой, моя кисуля, спасибо, зайчик. Левка. Деловой такой вообще. Сегодня, кстати, когда мы вышли утром на пляж, увидели мужчины, два таких старичка, уже, наверное, за 50, если не больше. Они, короче, отдыхали на пляже в свое удовольствие без одежды. Ну, просто себе лежали. А тут наши дети прибежали. О, это, конечно, Европа, так сказать. Ну, такое, не очень. Вот, я уже вышла на этот мостик, там, где мы обычно проходим. Вот это наш отель, Гарби. А, вот, и... Вот сегодня хорошая вечером погода. Лёвка, танцует у нас. Лёв. Лёва, такой серьезный танцор. Лёвка, ты серьезный танцор? Девчуля. Лёвушка кушает апельсинку. Эля и Алан уехали с Павликом. А я купила такую книжечку детям. Они тут разукрашивали уже что-то здесь. Посмотрим, что тут. О, Алан, динозавра разукрасил такой. Когда первый раз садишься на беговел, то выглядит это вот так. Это нам подогнали игрушки местные испанцы. Привезли просто игрушки. Добрые люди. И вещи. Возле отеля. Открыли багажники. И мы взяли то, что... Кто что захотел. Спасибо большое людям добрым. Были в супермаркете, вот видно море. Алан. Давайте попробуем, думаю. Лёва! Блин!
personas que no son judías. Les empieza a hablar a personas no judías. Por ejemplo, Dios empieza a hablar a Nabucodonosor. Es un rey que no es judío. Закат. Мы сегодня приехали в гости в этот парк. Алан в поисках евро.